Всем привет! С вами Настя, вы на моем канале. И сегодня мы с вами посмотрим новинки фикс-прайса, обзор цен, товара и вообще, что поменялось. Последний раз я тут была 2 месяца назад. Так, заходим. Что-то все-таки должно было поменяться, наверное, за это время. Сейчас раннее утро, 8 июня. Появились всякие штучки для плавания летние. Надувной матрас. Вот такой вот с сеткой. За 200 рублей. Интересный какой. Мячик с перьями. Симпатичный, кстати, за 100 рублей. Деткам такое бы понравилось. Водные бомбочки какие-то с шариком-клапаном. Интересно. Так, надувной матрас с ручками за 350 рублей. Вот такой вот, смотрите, симпатичный. Круги. О, ролик, штамп для песка. Прикольно, кстати. Такой ролик интересный. Ракетки всякие. Набор для пляжного тенниса. Шарик, я смотрю, очень-очень легкий. И валанчик есть. Набор ракеток для бадминтона в хорошем таком чехле за 250 рублей. Шапочки для плавания есть за 150 рублей. Мы тут, кстати, покупали шапочку для бассейна, когда ездили в дом отдыха. Игрушка, водный пистолет, зверушка. О, какая зверушка. Смотрите, это такой ранец надевается, видимо, да? 3+. Всякие маски для плавания. О, еще водные пистолетики. Кстати, может быть, надо для ребенка такой пистолетик прикупить. Так, ну ладненько. Пойдем посмотрим дальше. Здесь, я смотрю, особо ничего не менялось. Фляжка какая-то появилась, смотрите, за 200 рублей. До этого что-то я фляжку тут не видела. Такие подарочные наборчики. Очень экономичный держатель для бутылок. Тоже, кстати, не было. 5 штук. За 350 рублей. О, кстати, гирлянда сердца за 150 рублей. Смотрите, какая симпатичная. 1,5 метра за 150 рублей. Ловец снов сердца за 250 рублей. Смотрите, какой классный. Очень красивый. Тоже не было новинки прям. Гирлянда сердца. Смотрите, какие тоже. Но первые мне больше сердечки понравились. Это такие прям очень простые. Так, здесь всякое такое для дачи, для огорода. Декорация садовая. Кстати, вот такой вот цветочек у нас есть. Он крутится, когда ветер дует. Очень красиво смотрится. А есть еще вот такое садовое украшение. Тоже ветряная мельница. Двухцветная. Шарики тут, смотрите, какие красивые, подарочные. Стеклянный шар любовь. О, красота. Очень много всякого подарочного. Вот такие вот красивые рамочки. Тоже такие прям подарочные. Подарочная упаковка тут также продается. Вот. Так, идем дальше. Умывальник для дачи. Смотрите, за 200 рублей. Все очень симпатичный. Перчатки дачные, пила, махалка, лопатки. Лопатка за 179 рублей дачная. Неплохая лопатка. Сетка. О, ведро складное на 9 литров для рыбалки. Я такое вообще видела у одних блогеров за 250 рублей. Жерлица какая-то. А тут я даже не знаю, что это такое жерлица. За 79 рублей. Удобрение тут, смотрите. Универсальное удобрение. И за 33 рубля, за 39. Горшки для цветков. Разные. Такие вот вазы. Тоже симпатичные. За 300 рублей. Вазочка в подарочной упаковке за 200 рублей. Смотрите, какая симпатичная. Декор-светильник за 300 рублей. Вот такие светильники вообще-то
дешевле были в Икее. Я, правда, не знаю, сейчас Икея работает, не работает. О, смотрите, какие красивые декоративные камешки. С такими камешками, кстати, очень хорошо играть с ребенком. Какие-нибудь игры придумывать. И вот эти очень красивые, разные формы. Я вообще люблю всякое такое блестящее. О, вазочка декоративная. Это вазочка? Да, слушайте, это вазочка. Это гипс. Гипсовая вазочка. Очень красивая. Прям необычно. Фигура птичек. Все такое тоже подарочное. А это просто декоративная фигурка за 300 рублей. Такая вот. Рамочки. Кстати, надо как-нибудь рамочку тоже там одну выбрать. Шкатулка. Смотрите, какая шкатулка интересная. Похоже на домики для ключей. Ключницу такую. Ну, написано шкатулка. Так, подставка с колбами. 5 штук. Ничего себе. Колбы какие-то. Интересно. Раньше такого не было. Тоже очень много новинок. Ящик декоративный за 250 рублей. Здесь всякие ароматические палочки, подносы круглые. Вот зеркало декоративное тоже я вижу. Смотрите, какие зеркала. А это с ключницей. Можно что-нибудь повесить за 250 рублей. А краски тут разные. Перфект. За 200 рублей. Шампунь вот целебные травы. 80 рублей. Для окрашенных волос. Отличный шампунь. Вот, кстати, я люблю вот такие шампуни. Яичные мне очень нравятся. За 79 рублей. Такая одна цена на шампуни. Тоже вот этот подороже шампунь. За 200 рублей. Чистая линия вообще за 150. Так. Краски по 100 рублей, кстати. Но есть даже по 59 рублей. А есть вот колориста за 300. Лореаль. Кстати, вот эта мазь очень хорошая. Не мазь, а гель. Прям такая, сколько он стоит, я что-то не вижу. А, это от перхоти. Нет, это не то, что я подумала. Есть такая разогревающая, она продается в аптеках. Для того, чтобы смазывать, так, не знаю, колени, если болят. Так, расчесочки. Расческа для волос это. Расческа для волос. Смотрите, в каком она футлярчике. Она, видимо, вот так вот вынимается. Кстати, очень классная. Я тут покупала себе расческу деревянную. И не могу найти ее, куда-то дело. Так, всякие маски. Мыло жидкие. Вот большие, например. 1 литр жидкого мыла. 150 рублей. Ягодная фантазия. Очень выгодно. Мыло-пена для детей. За 100 рублей тоже. Просто какое-то антибактериальное. 59 рублей, смотрите. Это за 375 миллилитров. Вот такая вот пачка. Так. О, бодяга для тела. Говорят, кстати, эта бодяга очень хорошо помогает от всяких там красных высыпаний, от прыщиков, вроде как, если там передавишь. Но я что-то как-то давно вообще использовала. Сейчас уже вроде и нет таких высыпаний. Так. Крем для рук с козьим молочком. Смотрите, какой. За 79 рублей. Симпатичный тоже. Крем для рук Make a Fish. Fish. В общем, вы поняли. О, крем для лица. Я, кстати, вот такой вот крем использовала в одно время. Ну, вроде ничего такой. Попробовала и попробовала. Сыворотка для лица Beauty. 100 рублей. Всякие сыворотки тут я смотрю. Маски. Маска грязевая есть вот такая за 100 рублей. С прополисом. Всякие средства для ухода. Паста. Зубная паста. Это вот такая вот, смотрите. Она, видимо, выдавливается нажатием за 150 рублей. Ополаскиватель для рта. 79 рублей.
Вот, разный. Есть и подороже. Лесной бальзам я вижу там за 150 рублей. Также здесь продается хлоргексидин и перекись водорода. Всякая зубная паста. Вот за 79 рублей. Есть подороже за 150. Влажные салфетки. Кстати, наверное, возьму я все салфеточки влажные. Animals. Вот такие детские за 55 рублей возьму. Но у нас они закончились как раз. 0 плюс даже. Прокладки есть. Always 7 штук. 149 рублей. Вот такие вот. 4 капли. Вообще сейчас эти Always такие везде дорогие. Так, дальше у нас идут стиральные порошки. Персил, вот, например, средство для стирки, гель. Гель для стирки. Кому-то нравится гелем стирать, кому-то порошком. Так, разные тут средства. Все средства. Биолан. Актив, можжевельник. Средство для мытья посуды. 800 грамм. За 100 рублей. Фрепс какой-то. Тоже для посуды. За 100 рублей. Бальзам. Гель для мытья посуды. За 200 рублей. 2 литра вообще. Здоровая бадья. Так, средство для мытья окон и зеркал. Горная свежесть за 150 рублей. Есть гель для очистки жира. Вот, легко удаляет загрязнения всякие чистящие. За 79 рублей, за 100, за 150. Санитол, казан, мангал. Средство чистящее, быстрого действия. Так. Вот спрей для стекол машины, я так понимаю, потому что там машина нарисована. 79 рублей. Так, туалетная бумага. Вот 150 рублей, трехслойная. Премия. Перия Делюкс. Так. Вот за 100 рублей четырехслойная, 4 рулона. А есть пятислойная, 6 рулонов за 150 рублей. Мягкость. Это прям, кстати, очень круто. Очень дешево. Так, дальше вешалки идут. Вешалки, там всякое такое. Так, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Завернем в детское или не в детское? Давайте не в детское. Комплект для туалета. Ёршики. Вот такие вот. Я так понимаю, за 55 рублей. Ну да, он так и называется. Комплект для туалета. Так, мочалки всякие разные. Чехол на сиденье унитаза, чтобы было тепло сидеть. Вот зеркальце для ванны. Я уже его здесь видела. Симпатичное. Смотрите, какие тут шапки. Кепка болельщика. Такие вот. Кепки. Носки детские. Вот по 59 рублей. Смотрите, для девочки. Какие белые, симпатичные. Вот за 79 рублей тоже симпатичные носки. Кепка. Вот, кстати, нет тут цены на кепку. Интересно было бы посмотреть, сколько она стоит. Даже какие-то маечки есть. Свитшот детский. 250 рублей. Футболка детская в ассортименте. 149 рублей. Ну, насчет детских вещей могу сказать так. То, что в детском мире можно даже что-то подешевле найти. Вот последний раз там были, взяли кепку вообще за 69 рублей по акции. Очень повезло. А здесь, например, 250 рублей детская кепка, я вижу. Так, тут все носочки, носочки. Вот хорошие цены на носки. И по 59 рублей, и по 79 рублей. Вот такие вот с сеточками, с ананасами. Очень красивые женские носочки. С бананами. Так. Здесь все носки. А тут разные наборы. Вот наборы, например, бит с рукояткой. 249 рублей. Вот такой желтый набор. Универсальная отвертка. Разные универсальные отвертки с насадками. Набор кистей.
малярных, 4 штуки, 150 рублей. Перчатки обливные, 100 рублей. Строительные карандаши, 200 рублей. Это вот такие вот красные карандаши строительные. Набор стержней клеевых. Какие-то клеевые стержни. Не знаю, честно говоря, для чего они. Но они тут есть, если что, вот такие вот. По 55 рублей. Лампочки светодиодные. Вот на 15 ватт за 100 рублей. 8 ватт. Тоже по 100 рублей такие вот лампочки разные. Ночные светильники. Так. Очень симпатичные часики. Разные светильники. По 250 рублей, по 150 рублей. Наушники. Тоже. Можно купить клавиатуру компьютерную за 350 рублей. Да если уж, наверное, совсем все полетело, ничего не работает. Коврик для компьютерной мыши за 200 рублей. Смотрите, какие симпатичные фонарики. За 350 рублей. Такой вот фонарик. На дачу или просто на всякий случай, чтобы дома был. О! Монопод для селфи. Ну, у меня таких несколько. Что-то так себе, честно говоря. Ну, не здесь я покупала, но они все одинаковые. Ролики для чистки от шерсти и катышков. Ну, наверное, от катышков не очень чистят, но от шерсти почистят. Вот слитки и стельки, вижу, тут разные. Есть термостельки за 59 рублей, такие теплые прям. Одна пара 59 рублей. Стельки ароматизованные за 80 рублей. Так, давайте посмотрим что-то из детского. Что тут у нас в детском есть? 3D декоративные наклейки. Такие украшения. Яркий дизайн на любой вкус. Детский костюм, юбка и ободок. От Хэллоуина остался, видимо. 300 рублей стоит. Шарики всякие. Такой тут праздничный, я смотрю, все. Акварельные краски за 100 рублей. За 149. Пластилин классический. Вот такой вот. За 99 рублей. Но он твердый такой достаточно. С маленькими детьми не очень. Это для постарше. Но так-то хорошо мелкую моторику развивать. Так. О, наклейки какие. Я прям на все блестящее ведусь. Ну, не показано, сколько стоит. Это какие-то, видимо, для тела наклейки симпатичные. Водные бомбочки, опять-таки, шарики. Вообще, мне кажется, эти водные бомбочки очень плохо для экологии, потому что их же надо собирать, а если не собирать, то это все в природе останется. Вот, наборы для дня рождения, такие свистульки. Свеча-цифра. Вот тут непонятно, какая цифра. Наверное, девятка была. Ноль. Цифра 29 рублей. Ну, что-то совсем цифр мало. Дальше идут фломастеры. Вот набор из 6 фломастеров. 29 рублей. Есть наборы побольше. Есть поменьше. Вот гелевые ручки. Я смотрю, набор гелевых ручек за 150 рублей. Смотрите, какой симпатичный. Фикс прайс. Можно вообще в школу собрать. Я так чувствую ребенка. Так, набор восковых мелков за 100 рублей. Тоже такие вот симпатичные очень. Так, давайте посмотрим, что тут еще интересно. О, набор декоративных элементов, какие-то бабочки. Интересно, что с ними надо делать. Видимо, выдавливать их надо. И что-то может разрисовывать. Так. Скрич-сет для рисования с трафаретами. Что-то такое. Тетрадки уже тут выставили школьные по 6,50. Это, наверное, это для прописи. А это для математики. Альбомы. Толстые тетрадки вот есть по 39,50. 48 листов.
О, таких книжек у Катьки много моей. Идет коза рогатая. Вот такой книжки, кстати, нету. Есть три медведя. Курочка ряба. У Кати много книжек. Так. Ну, давайте еще посмотрим. Тут осталось, в принципе, два ряда посмотреть. Так, здесь у нас полотенце вафельное, например, 79 рублей. Обычное такое вафельное полотенчико. Трусики продаются. О, наволочка на подушку. Это если вы хотите, чтобы у вас подушка была такая красивая и пестрая. Очень, кстати, прикольно, да? Так, оп-оп-оп-оп. Коврики. Коврик для посуды. А это коврик, или не знаю, это коврик не для посуды явно. Такой мягкий, не знаю, для ванны, может быть. Но он не похож на коврик для прихожей. А нет, это коврик для посуды вообще. Так, вот тут еще я смотрю коврики. Но вот этот явно коврики для ванной разные. А вот это вот коврики для прихожей. Так, значит, всякие чехлы для гладильных досок по 300 рублей. Так, здесь у нас кулинарное всякое такое. Вот одноразовая посуда, смотри, по 24 рубля. Вилки, ложки, тарелки. Коврик силиконовый для выпечки за 150 рублей. Очень хороший, симпатичный коврик. Набор форм для выпечки. Значит, какой-то такой, до сих пор остались трафареты для украшения яиц. Керамический нож. Ой, ой, так, ловим. А, оно тут что-то порвано. Керамический нож складной, смотрите, какой интересный. Так, такие ножи большие, по 150 рублей, по 250 рублей. Нож-лопатка для пиццы. Здесь были просто ножи для пиццы, а вот нож-лопатка для пиццы как-то не знаю. У меня вообще такой есть, но я его не пробовала еще в действии. Надо как-нибудь попробовать. Щипцы кухонные за 150 рублей. Такие прям деревянные. Тоже таких не было. Щипцов появились. 30 сантиметров. Венчик за 79 рублей. Лопатки разные. Кисточка кулинарная. Ну, все такое. Видите, за 79 рублей. Вот за 55 рублей есть какие-то набор контейнеров. Это, наверное, для... А вот соль, специи, орехи тут написано. Я думала, для таблеток каких-то. Похоже на таблетницы какие-то. Есть контейнеры с крышками вот такие круглые. Емкость с завинчивающейся крышкой. 0,75. 39,50. Контейнер с замком. 79 рублей вот такие контейнеры. Набор для барбекю за 200 рублей. Тут всякие лопатки и какие-то вилы, что-то такое еще. Значит, ну тут губки, пергамент, вот 59 рублей, пищевая пленка 39. Губки разные, есть за 33 рубля, есть за 59 рублей, покрупнее, побольше. Набор салфеток, тоже разные салфеточки. Мусорные пакеты. Так, ну давайте посмотрим теперь тут быстренько. Есть чай Кертис 79 рублей. Есть вот такой какой-то вечерний сбор 29 рублей. Какие-то такие чаи. Есть кофе черная карта за 200 рублей. Цикорий за 59. Шоколадница, торты 100 рублей. Так, я извиняюсь, до сих пор кашель никак не проходит, уже очень долго болею, точнее, болела. Щетка для пыли 100 рублей, вот такая вот. Всякие тоже металлические губки по 59 рублей, по 100 рублей. Щетка для уборки двухсторонняя 200 рублей, ой, не 200, извиняюсь, 100, 100.
Вот, кстати, посуда. Салатник. 150 рублей. 280 миллилитров. Ой, не 200, 840. Все, уже заговариваюсь. Керамические такие. Стопочки по 18 рублей. Бокал-мяч по 200 рублей. Тут всякие органайзеры по 150, по 200. Есть большие, есть поменьше. Корзинка, лофт. 59 рублей для специй такая подойдет. Подставка под ложку. 100 рублей. Тарелка 27 сантиметров. 150 рублей. Кстати, тарелки такие прям модные. Есть за 200 рублей тарелки. Пиалка, боул. 380 миллилитров, 55 рублей. Вот такие вот тут еще тарелочки есть. Ну, в основном по 150 рублей тарелки. Салатницы, блюда и всякое такое. Манежница какая-то. Монажница. Минажница, господи. Со шпажками. Так, ну тут еще есть всякие вкусности, пухлые кролики. Вот я их больше всего люблю за 29 рублей. И рис мне еще нравится, сладкий, воздушный. Вот такой за 11 рублей. Очень вкусный. Так, все, в принципе, посмотрели. Тут, конечно, есть кое-что из продуктов. Так, сейчас быстренько покажу. Вот надо брать. Индейка тушеная, рулька копченая. Такие вот консервы. Соевый соус тут по отличной цене. 33 рубля. Тоже такие вот газированные напитки по 39 рублей. Пепси за 100 рублей. Чипсы Читос за 29. Так что как-то так. Ну, в общем-то, с вами прошлись. Я сейчас возьму влажные салфетки, которые хотела. И уже выходим. Ну что, вот такой вот обзор получился. Это у меня отдельная рубрика, как вы уже поняли, кто меня давно смотрит, обзор цен, магазинов. Так вообще у меня канал с влогами также. В общем, всем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, вам это ничего не стоит, а мне приятно. Всем до новых встреч и увидимся очень скоро. Пока-пока!